945 доз вакцины для профилактики коронавируса в ближайшее время поступит в регион. Для их хранения приобретено специальное морозильное оборудование. Оно уже установлено в первой поликлинике Архангельска. Ожидается поставка морозильных боксов в Нянамскую и Новодвинскую больницы. Что касается предыдущей партии вакцины «Гамковитвак», то все 42 дозы использованы, привиты медики, не болевшие и не имевшие антител.